Яндекс News. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работать в прямом эфире. Публицист, историк Игорь Ватолин у нас сегодня в студии. Здравствуйте. Да, добрый день. Вот такое тревожное у нас время. Мы до эфира успеем чуть-чуть поговорить. Но вот тоже, если мы так вот концептуально посмотрим, с одной стороны, все ждут, наверное, от правительства, может быть, даже от президента какого-то, не знаю, не чуда, но вот какого-то, какой-то ясной дорожной карты, как дальше будем жить, потому что, ну, все мы живые люди, и когда каждый день мы, знаете, как вести с фронта, мы вот увидим эту статистику, которая, к сожалению, не улучшается, даже ухудшается и по количеству зараженных, и по количеству смертей, к сожалению, то вроде бы все обращаются к властям, мысленно или немысленно, и ждут какого-то ответа, какой-то реакции. Вот, может быть, на твой взгляд, как даже, может быть, просто как гражданина, не столько как, может быть, историка или публициста, вот достаточно тебе вот внятно кажется вот тот месседж, который власть дает вот народу в это тяжелое время? Не, ну, мне кажется, там с месседжем все понятно. Понятно, просто надо понять, что ну, все познается в сравнении, и те, кто ждет чудесных слов и не менее чудесных происшествий, ну, это мимо. Можно ждать там каких-то чудес от Деда Мороза или там чудо на День независимости Латвии, который скоро будет. Но правительство, так же, как и мы все, оно действительно не знает, что будет завтра, потому что оно, как и мы все, смотрит уровень заболевших, сколько заболевших, сколько протестированных, сколько выздоровевших, сколько, к сожалению, смертей, и оно точно в такой же ситуации. До сих пор действия латвийского правительства, ну, были близки к безупречным. Там, да, были какие-то неправильные закупки, ну, можно было закупить более качественное там, и так далее. Ну, в целом, речь идет не о мелких всяких там недоразумениях и недопониманиях, но в целом тот факт, что на сегодняшний день смертность в Латвии ниже всего во всех странах Балтии, по-моему, во всем Европейском Союзе. По числу заболевших мы чуть выше Эстонии, но по числу смертей все еще ниже. И это действительно какое-то латвийское чудо, которое продолжается с весны. То есть мы остаемся самой безопасной страной Евросоюза. Ну, в этих условиях. По числу смертей в этих условиях. Поэтому спасибо в том числе и правительству, которое, ну, или так вот чудо случилось, или правительство все правильно сделало, видимо, и то, и другое, и везение, и адекватные действия, но правительство продолжает следить вот за этой кривой, ну, и мы можем занять ту же позицию, просто смотреть это не какие-то секретные данные, все эти теории заговора, что что-то скрывают, что-то там дописывают, приписывают. Ну, это несерьезно. Можно сравнить цифры смертности за прошлые годы по месяцам. Ну, и видно, что там, ну, фактически в Латвии какой-то медицинской катастрофы не наблюдается, хотя вот, конечно, тенденция опасная. Опасная. И, особенно учитывая мощность нашей системы здравоохранения. Это опасно, но правительство честно говорит. Ситуация опасная. Пожалуйста, соблюдайте все меры безопасности. На сегодняшний день норма такая, что больницы должны там зарезервировать столько-то коек, чтобы принять. То есть пока в этом смысле стратегических каких-то претензий к правительству, по-моему, быть не должно. Другое дело, что, ну как это, человек – существо психологическое. И ясное дело, когда мы, ну, в том числе и члены правительства, попадаем в ситуацию непонятности, непонятно, что будет завтра, непонятно, когда вот эта спасительная вакцина появится, наконец появится и насколько она нас спасет. Ну да, человек склонен к панике, к тому, чтобы, ну, например, перевести стрелки, там, если не на мировой заговор какой-то Билла Гейтса, то на правительство, которое ближе, не то сделали, не так объявили. Но я говорю, здесь, мне кажется, надо просто включить здравый смысл, к правительству обращаться по тем вопросам, по которым действительно
рационально обращаться, а вообще-то, ну вот заняться собой. Мне кажется, сейчас как раз то самое время, когда, ну, стоит как-то заниматься той или иной психотехникой. Или в семейном кругу, или, не знаю, там, возобновить традиции совместного семейного чтения вслух. Ну, или хотя бы совместно смотреть какие-то сериалы, которых и сейчас немало, что тоже может там по минимуму сплотить семью. И, ну, как-то вот не поддаваться панике, потому что самое главное, что мы, каждый из нас, может сделать в этой ситуации непонятности, это не паниковать, не стрессовать, а спокойно выполнять все распоряжения товарища правительства. Если порог доступности тех или иных услуг, тех или иных мероприятий, вот там до 10 человек или там до 100 при определенных условиях в масках, ну, активно участвовать во всем, гулять, особенно там малыми группами семейными, участвовать, воздухом, да, следить за нормами. Но если там этот порог понижается, значит, не участвовать, повышается, снова участвовать. Ну, ничего другого не остается нам, да, в принципе, и, в этой ситуации. Да, да. И просто, ну, понимать, что да, это такой период, и ни мы, ни бог, ни царь, ни герой, ни члены правительства не знают больше, чем... Ну, чем все остальные. Вот интересно, если мы говорим о президенте, ну, он не был очень активен, ну, правда, вот получается, да, прошлое воскресенье он неожиданно вышел с речью публично, и что, мне казалось, кажется, впервые за вот полтора года, что он находится у власти, он дал определенные задания, ну, насколько президент вообще может давать задания правительству, где он сказал, что, ребята, все свои действия разъясняйте. Да, и вообще было бы хорошо бы какой-то там план или стратегию. И фактически, если мы говорим о президенте, вот это, ну, хорошо, что хотя бы он выступил, но он еще внес, просто, видимо, в связи с пандемией не очень это заметили, такой интересный законопроект об исторических землях. Да, и вот я не беру тех сторонников президента, которые сразу сказали, что это гениально, там, мы сейчас не будем такую терминологию употреблять, но были как бы две группы, одни усмехнулись и сказали, что, ну, это такой формальный шаг, этот закон как бы не будет работать, это чисто декларативный. Вторые сказали, что этот закон бы об исторических землях работал бы, если бы под него было бы какое-то финансирование. Там, не знаю, вот есть такой-то это вот суиты, вот, о которых идет речь, к примеру, есть речь, выделяете там, не знаю, деньги на изучение вот их истории и так далее. Я уже не знаю, сколько суитов там у нас осталось, да, так сказать, я думаю, не... Там 2-3 человека, которые считают себя потомками. Суитов довольно много. Ну, те, кто считает себя реально потомками этих суитов. Не-не-не, тут, ну, не надо путать сливами. Да. Ну, да, ну давай понемногу. Понемногу, подходить, да. Значит, да. Вот эта речь президента, где он, по сути дела, потребовал от правительства, ну, сделать чудо, да, вот остановить ковид за счет там особо энергичных действий. Ну, с одной стороны, это правильная речь. Поскольку президент тут озвучил вот это вот народное желание, реальное желание, чтобы вот чудесным образом правительство как-то вот напряглось и все остановилось. Это правда, есть такое желание. И, может быть, то, что президент его озвучил, в этом тоже есть какой-то, ну, такой высокий, ну, если угодно, шаманский смысл. Но ясное дело, что от такого призыва и... Ну, правительство, мне кажется, и так делает то, что возможно. Ну, и прежде всего следит за общей динамикой, а общая динамика зависит от всяких и разных причин, и внутренних, и отчасти внешних, зависит от нас, насколько мы, я имею в виду, коллективные, мы, будучи заболевшими, там... стремимся ходить в гости, куда-то ехать. Там вот в новостях поступают известия, что там кто-то там поехал зараженный в таком автобусе, такого рейса, другого рейса. Там все, наряды, кто ехал, да, просьба... очень близко. Да. Да, ну то есть это зависит и от нас, ну и от самого президента тоже. То есть как бы забота правильная, но ожидать чуда, как мы уже это проговорили, вряд ли... осмысленно, ну, ожидать какого-то чуда от себя, что мы не впадем в панику, сохраним
здравый смысл, и что-то вот в период этого напряженного состояния, у кого-то это простой, у кого-то отдых, у кого-то наоборот, там особо напряженная работа, например, у медиков, но что-то в себе самих откроем. Вот в этом смысле, может быть, вот в этом какой-то позитивный выхлоп вот этого выступления президента. А вот то, что ты сказал, его инициатива этого законопроекта об исторических землях, мне кажется, это интересно. Это, насколько я понимаю, реакция на административно-территориальную реформу, которая, с одной стороны, выстрадана. Латвия действительно ее выстрадала. И все-таки, ну, честь и слава Юрису Пуце, министру по делам самоуправления и среды, который, ну, ее просто вот продавил, да? Продавил, ну, в хорошем смысле. Потому что 19 самоуправлений, да, все-таки это соблюдением многовато. Всех процедур, всех там каких-то согласований, кто-то остался недовольным, но совершенно очевидно, что ситуация, когда на территории Латвии есть безнадежно отстающие самоуправления, такие вот гнилые местечки, которые постоянно там отсасывают и госсредства, и из фонда выравнивания, и успешных это успешные недовольны, да и сами жители этих самоуправлений, ну, ясное дело, что они получают гораздо меньше услуг по муниципальной линии, чем жители даже не только столицы, ну, а просто там каких-то соседей, где там с бюджетом более-менее все в порядке. И вот эта норма, что территория, которая способна сама не залезать в долг, быть достаточной, развиваться, и что на этой территории должен быть как минимум один центр развития, там, город или не город, но должен просто, обязан быть, вот, мне кажется, это просто рационально, разумно, и там здесь вопросов быть не может. Могут быть вопросы там про конфигурации, про отдельные какие-то особые случаи, но в целом эта реформа носила выстраданный, но такой технократический характер. То есть действительно сделать так, чтобы на всем протяжении Латвии все самоуправления могли оказывать муниципальные услуги, там порядка 100, по разным аспектам, примерно на одном уровне. Но это как идеал, к которому стремиться, но чтобы там были основания и возможность к этому стремиться. Но при этом, как справедливо указывали отдельные эксперты, не всегда учитывалась какая-то вот глубинная история, какие-то местные традиции. Хотя, ну, если историческая территория, которая до этого была каким-то отдельным самоуправлением, теперь вошла в состав большего, но вроде бы это не должно способствовать деградации. Наоборот, если средства самоуправления, общая масса финансовая увеличивается, значит, можно больше тратить и на культуру, вроде бы как. Но, тем не менее, там какие-то вот сомнения оставались, и мне кажется, этот президентский законопроект, он отчасти призван компенсировать вот технократические аспекты этой основной реформы административно-территориальной. И я, насколько я понял, там еще будет его обсуждать в Сейме, но в результате этого законопроекта на карте Латвии должны появиться территории, которые имеют особую ценность для воспроизводства латышскости. Но вот тут язык начинает играть с нами игры. Потому что в законопроекте сказано «Latvia Šuvesturiskas Territories», ну, то есть латышские исторические территории. Да. Дальше там говорится, что там территория, значит, там Видземе, Курземе, Земгале, Селия. Но тут, как мы знаем, вот в латвийском русском языке появилось и широко распространилось слово «латвийцы», а вот в латышском такого слова нет. В свое время Вайра Вики Фрейберга призывала всех считать себя латышами, ну, в смысле политической нации. Поэтому я бы вот понимал это название там «Latvijas Vēsturiskās Zemes», да, ну, как «земли»,
Ну да, преимущественно населенные латышами, на которых была провозглашена Латвийская республика, но имея в виду, что среди там земель, населенных этническими латышами, там есть земли, например, русских староверов, которые жили там сильно задолго до того, как Латвия обрела независимость. И с учетом того, я очень внимательно послушал, почитал интервью советника президента по юридическим вопросам Яниса Плепса, я думаю, он технический автор этого законопроекта, да, по юридической линии, и он там, среди прочего, упоминает суитов. Это этноконфессиональное меньшинство, живущее на юге Курземы, там ближе к границе с Литвой. И эти самые русские староверы, они совершенно подпадают под тот же критерий. То есть почему нет? Да, это если суеты, это латыши-католики, которые там выработали свои особые этнографические черты. У них на фоне... Язык тот же, да? Язык тот же, да. Хотя там есть такой нюансы, особый нюансы говора. Выговор, Но там главное, чем отличаются суеты, это невероятно яркие цвета. То есть там никакой этой сдержанности в каких-то других краях. Там все очень ярко. И второе – это знаменитые суитские, как это перевести, бабы, женщины, суитусевас, да, которые там, если их приглашают, они там на месте сочиняют какие-то или хвалильные, или хулительные стихи. И это все-таки особенность, колорит. И это свой колорит, все знают, все это ценят. Хотя, действительно, этот Суицкий край, он достаточно маленький. В свое время там была дискуссия, его делать отдельной административной территории, не делать. Но если он получит статус этой исторической земли, там будет все это описано, это и без того, в общем, все это известно, но еще раз изучено, задокументировано, пойдут на это какие-то дополнительные средства для развития и из бюджета, может быть, и из европейских средств. Извини, что перебиваю, все-таки, чтобы было понятно, может быть, я не прав, но старообрядцы, ведь сейчас, в наше время, уже такого, наверное, компактного проживания старообрядцев нету. Я почему имею? Нет. И есть в Риге старообрядцы, довольно большая община. То есть они сейчас разбросаны по всей Латвии. Да, если вчитаться в этот законопроект, то это, конечно, прежде всего сельские территории, потому что города, они у нас мультикультурные, мультилингвистичные, особенно такие города покрупнее, не говоря о Риге, Лепе, Даугавпилс, Елгава и так далее. Здесь речь идет прежде всего о сельских территориях, и я посмотрел некоторую статистику, например, некоторые волости по переписи 1935 года, там число староверов тогда достигало 70, чуть ли не 80%, в других чуть поменьше, до половины, но тоже много. И надо сказать, что сегодня на отдельных территориях, прежде всего в Латгалии, действительно, это не ушло. Конечно, там сейчас процент меньше. Кстати, какой? Возникает вопрос. А действительно? Да, в принципе, было бы полезно посчитать, посмотреть. Потому что, я так понимаю, в переписях это же не указывалось. Если у суитов и у ливов, ливов как таковых практически нет, но ливские традиции живут. В Мазербе есть ливская территория, ливский даже дом культуры. Но это уже те, кто латыши, которые считают, что у них предки ливы, какая-то интересующаяся молодежь, но староверы – это живая традиция. И, мне кажется, самое время сейчас
как-то вот собраться им, прежде всего, староверам, ну и нам остальным тоже, может быть, стоит как-то помочь, посодействовать, потому что, ну, староверы – это соль земли латвийской, причем, ну, русская соль, и это уникальная история, и наследие, которое, может быть, мы не всегда осознаем, а староверы, хотя они стали куда более открытыми, чем, ну, тому назад, но, может быть, не всегда нам до нас доносят то, что может нас интересовать сегодня. А ведь смотрите, староверы в середине 17 века, то есть это уже более 350 лет тому назад, оказались в той ситуации, в которой весь остальной мир оказался, ну, где-то вот в начале, может быть, в середине 20 века. То есть в мире однозначно победил Антихрист, распалась связь времен, но праведники выжили. И вот как жить праведникам, людям с определенными представлениями о мире, о себе, в мире, где распалась связь времен, победил Антихрист. Ну, я имею в виду вот этот нарратив, который Ницше сформулировал как «Бог умер». Ну, то есть один Бог на всех, все, его больше нет. Каждый живет в своем информационном, этическом, конфессиональном облаке. И мы видим, что вот как эти облака сталкиваются друг с другом, искрят даже в такой вроде бы гипердемократической стране, как Соединенные Штаты Америки, оказалось, что там люди живут в разных мирах. И когда эти миры сталкиваются, ну, искры сыпятся, не говоря уже о других местах. То есть вот это, как нам с нашим пафосом, нашим этосом, нашими ценностями и представлениями жить в мире, где не обязательно их разделяют, как быть услышанными и как быть успешными. Потому что история староверов в мире, в котором победил Антихрист, в целом это история успеха, в том числе и экономического. Вот эти вообще вот, выживание, да, да, так сказать. И... Да, как успешно выжить, сохранить свои ценности и стать успешными. Ну, не говоря о том, что, опять же, вот сами староверы говорят, такова Божья воля, но вот действительно так оказалось, что вот это то, что было в межвоенный период какими-то там заливными лугами в местечке Мордорф, да, сейчас это вот Пурвцемс, да, болотный поселок, в советское время построили высотные дома, и сейчас вот все, кто живет в этих районах, платят деньги, в том числе и староверам. И Гребенщиковская община, она, ну, самая крупная по числу прихожан староверская община в мире. И достаточно богатая тоже. Ну, то есть это интересно, это здорово. И если на карте Латвии в результате появится пара-тройка территорий заповедных, исторически связанных с старообрядцами, да, со староверами, куда можно приехать, вот все это увидеть, почувствовать, понять, то я думаю, что мы все выиграем. И в этом смысле спасибо нашему президенту, который, в общем, такой скорее традиционалист, чем инноватор, скажем так, да. Эгис Левиц. В данном случае вот его инициатива, она, мне кажется, позволяет и конструктивно продвинуться в, ну, как это, в русской идентичности Латвии. Что хотя, мне кажется, Латвия, да, это, да, это территория, где там с древнейших времен жили латыши, происходил вот этот синтез, угрофинны, балты, вырабатывали латвийскую нацию, но где мешались, встречались, обменивались идеями, вступали в браки и все остальные. Там не хватит нам формата программы, чтобы перечислить, хотя, все, кто побывал, да, не здесь. Не хочу ни в чем подозревать президента, но мне кажется, что, наверное, о старообрядцах он, по-моему, не очень задумывался. Да, ну, так он больше юрист, конечно, не историк, если так. Да, но надо к чести Эгила Левица сказать, что он все-таки юрист. И что, да, вот если сформулирована некоторая норма насчет этноконфессиональности и упомянутой суеты, то проигнорировать староверов уже не получится. Ну, а дальше это уже зависит от
самих староверов, ну и от, не знаю, там, здравого смысла и честности этической, политической, всех остальных, ну, чтобы это довести до конца. Да. Вот еще такой вопрос хотел задать. Вот, казалось бы, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали вообще нашу передачу, что вот и старовера, все это укладывается, что когда происходит большая беда, ну, назвать эту пандемию маленькой бедой мы никак не можем. Действительно, это, по крайней мере, не наше поколение, не предыдущее, наверное, такого не испытывало со времен войны, такого ЧП, что вроде общество должно сплотиться. При всех различиях социальных, там, этнических и так далее, мы наблюдаем это, на твой взгляд. Я почему спрашиваю? Поскольку вчера было такое, ну, даже дискуссия была длительная в Сейме по поводу законопроекта, который уже не раз в разных форматах, под разным названием приходил в Сейм, кто-то это называет, там, не знаю, гражданские браки, кто-то по-другому, но вчера была горячая дискуссия, не хватило опять голосов и не продвигают этот законопроект о легализации, там, не знаю, гражданских браков, кто-то называет там однополых, хотя, я так понимаю, там более широкое понятие. Вот с одной стороны, можем говорить о том, что вроде бы общество сплотилось, ну ладно, там люди все равно живут вместе, зачем им как бы вредить или наоборот не создавать им хоть какое-то там удобство с точки зрения юридического оформления, с одной стороны. С другой стороны, есть так называемые традиционалисты, ну, о которых ты упомянул в контексте президента, которые говорят о том, что есть конституция, у нас есть традиции, вот брак, семья мы понимаем четко, отношения мужчины и женщины. Если они хотят решить вопрос, там, не знаю, наследство и так далее, если это мужчина и женщина, регистрируют брак, все, в общем, понятно тут. Вот, может быть, здесь несколько смешалось и психология, история, политика. Вот как бы это ты все прокомментировал? Ну, мне кажется, вот дискуссии о приключениях гендера, особенно в 20 веке, это отдельная очень интересная тема. И, ну, она действительно, она интересна, она провокативна, она, что называется, берет за живое. И о ней можно и должно говорить. Но в данном случае речь о чем-то, мне кажется, совсем другом. Речь идет о том, что вот есть какая-то категория латвийского населения, причем не слишком большая, для которых вот нынешние нормы, ну, они как-то вот не совсем работают, не совсем подходят. Вот у них так устроена жизнь, что им было бы удобнее вот та норма, которая называется, как там в оригинале называется этот закон, о партнерских отношениях, да. Или как там? Да, да, вот. Партнерских отношениях. Да, то есть, это очень точная формулировка. Вот, а там не говорится о семье нового типа, там не потрясаются устои. Речь идет о партнерских отношениях, об их какой-то вот законодательном оформлении. И если мы видим, что во многих старых странах Евросоюза это законодательство давным-давно принято и нормально работает, то почему бы не сделать удобно и приятно для части наших сограждан? Но там есть определенные люди, которые напряжены, и вот это вот в целом, ну, как это вот, процессы глобализации, процессы там стирания всяких и разных границ, то, что мир стал маленьким. И я думаю, вот после завершения этой эпопеи с COVID снова возобновятся все контакты. Что-то, конечно, изменится, мы будем больше проводить времени в интернете, то есть это оказалось и удобно, и дешевле, да. И... Зачастую, в общем, действительно, да, можно работать по многим направлениям удаленно, ну, не по, да, всем, да, но по многим. Да. Может быть, там число вот этих каких-то конференций, бизнес, там, контактов, оно чуть сократится, но не слишком как-то роскошь человеческого общения и чисто человеческого, и, да, академического. Никто не отменял это. Да, все. И бизнес никто не отменял. Там для того, чтобы познакомиться о чем-то принципиальном, договориться, надо все-таки встречаться очно, а потом можно уже с людьми, которыми доверяешь, продолжать общаться там в любых доступных и удобных форматах. Так вот, здесь просто речь идет об удобстве части населения, а этот локальный случай интерпретируется как покушение вот на картину мира, что вот сейчас там, значит, традиционная семья будет отменена.
Ну, а спрашивается, ну, если действительно традиционная семья настолько прекрасна и стабильна, то ну, откуда такая, ну, такое неверие в этот институт? При том, что в любом случае вот традиционная, в смысле патриархальная, домостроенная, домостроевская семья, она уже... Она однозначно канула в лету, канула в историю, ну, в связи там, с переселением людей из деревни в города, так называемый второй демографический переход, когда и мужчины, и женщины получают образование, работают. На равных, и, да. Да, на равных. И там, ну вот, современная семья, она уже не традиционная. Хотя вот эти вот половые, ну, как бы пол и характер, они остаются. Гендер – это такое вот сложное образование, проекция пола на социокультурные роли, и это очень популярная, дискутируемая сфера, но понятно одно, что вот стоит делать... Так, по возможности, в области законодательства, чтобы, да, не навредить одной категории, но в данном случае тех, кто живет в семьях, там, где есть мужчина, есть женщина, мне кажется, это их вообще не затрагивает. То есть, в смысле, да. Совсем. А оказать некоторую услугу тем, кого это касается, ну, почему бы нет? Я вижу другой такой, но вот поскольку этот вопрос уже имеет историю, то этот вопрос, он уже совершенно, мне кажется, ушел от изначальной вот этой проблематики. Это что чисто там... политическая площадь? И он стал символическим. А, даже вот так? Это вот, да, вот это вот наш рубеж, и вот если там мы облегчим жизнь вот какой-то относительно небольшой группе наших сограждан, соседей, то традиционная семья падет там на следующий день. И вот стоять до последнего, не допустить. Мне кажется, там что-то похожее наблюдается в вопросе вот этого массового безгражданства. Вот, где тоже вроде бы, ну, даже если в самом начале там были какие-то рациональные основания, чтобы вот ввести именно такое законодательство, чтобы было время провести реформы, чтобы сторонники Интерфронта, там, приехавшие после Второй мировой войны, не могли влиять на эти процессы, там какая-то рациональность все-таки, может быть, даже такую негодяйскую, но можно усмотреть. Но, извините, после того, как Латвия вступила в НАТО, в Европейский Союз, ну все, ну пора отказываться от этого института, который, ну, тем более, скажем так, в условиях непростых отношений с Россией становится уже вопросом не прав человека внутри страны, а вопросом национальной безопасности, который, скажем так, недруги Латвии могут использовать просто как ресурс своего влияния. Вот. Да. И вот этот вопрос тоже стал символическим. Но, слава богу, вот не так давно, наконец, мы прекратили воспроизводить новых неграждан. Да. Вот, уже по рождению. В виде младенцев. Да. Ну, наверное, назрел следующий шаг, чтобы все, кто родился при независимой Латвии, чтобы тоже по автомату получили безгражданство, а там дальше, дальше, да, дальше. Да. И этот вопрос тоже стал символическим, и тут тоже наблюдается какая-то вот великая латвийская стена. А нет такого вот ощущения, ну вот, что политики вот по тому вопросу, который мы обсуждали, партнерских отношений, ладно, по не гражданам, и в том числе, наверное, по языку, что вот часть политического, я бы не знаю, establishment, если так можно сказать, оно действует по принципу, вот мы не хотим это признавать и это видеть, и мы это не признаем. Мы не хотим видеть, что есть другие, ну, так сказать, там, я имею в виду с точки зрения там другие отношения семейные, да, так сказать. Мы это не видим. Мы не хотим видеть, что есть довольно значительное число людей, которым удобно получать информацию на русском, к примеру. Мы их не видим. Вот мы будем действовать так, как будто их нет. Вот не нужно им на русском языке что-то слушать и смотреть, да, вот будет только на одном государстве. Или вот
вот не граждане. Ну, нет их. Раз они там не хотят, не знаю, натурализоваться, мы их не видим. Да? Может быть, я не знаю, вот такая страусиная политика. Может быть, в этом причина, нет? Не видим мы их. Мне кажется, там, во-первых, если брать чисто политический аспект, да. Обычно там ругают тех или иных политиков, но совершенно очевидно, что политики – это мы, это общество. Да, да, нет, и, дело не в этом даже. Да. Да, и политик всегда, ну, там в странах, где действует демократия, ну, в данном случае это не комплимент, а ну, реальная демократия. Факта, да. Когда ну, тебя должны переизбирать. И поэтому ты действуешь в интересах своих избирателей. Они тебе так, дали такой мандат. Да, так, как ты понимаешь. И в этом смысле это, конечно, не самый замечательный сигнал, что вот, да, политики до сих пор и по вопросам партнерских отношений, и по вопросам массового безгражданства, они... оглядываясь на своего избирателя, получают вот такой сигнал. Ну, там, как-то придерживаться вот статусу кво, чего-то не замечать, что-то игнорировать. Ну, да, и это вопросы... Ну, с другой стороны, сказать, что там народ дурак, ну, это и глупо, и непродуктивно. То есть, в этом смысле народ... По большому счету, он всегда прав, и он, естественно, не является монолитом. Там есть всякие разные фракции, составляющие. Современная, кстати, социология, некоторые направления больше не пользуются даже общим названием общества, потому что ну, это такая сильная метафора, говорит, что вот там есть... Народ, есть воля общества. Надо говорить про всякие разные малые группы. Угу, причем при разных методах исследования мы видим разную картину, разные наборы этих групп. Но, тем не менее, мы видим, что да, большинство оно придерживается такой позиции. И это означает, что нужна по этим вопросам и по массовому безгражданству, и по партнерским отношениям ну, какая-то разъяснительная работа. И это школа. И вот что у нас творится в школе, это не просто тема там, подготовки к вузам. Это в том числе и то, как голосуют депутаты в парламенте в конечном счете. И это ну, может быть работа каждого человека над собой. Ну, может быть, легко жить в мире, где все ясно, прозрачно, категорично. Но вот опыт тех же староверов показывает, что мир, он в мире больше нет единой истины для всех. Есть много разных вот этих облаков смыслов, много разных групп, которые иногда объединяются в какие-то конгломераты при определенных обстоятельствах, при других, наоборот, разделяются. И вот это плюралистический взгляд на мир, что есть я, но есть и другие. И эти другие – это не обязательно враги. То есть они могут, конечно, оказаться вредоносными, могут оказаться даже врагами. Но надо присмотреться, надо исследовать, надо понять. Возможно, это друзья, возможно, это союзники. Возможно, это те, кто поддержит тебя и твою группу в ваших стремлениях. И вот такой плюралистический взгляд на мир, который, мне кажется, все-таки чем дальше, тем больше в Латвии культивируется. Потому что все больше люди путешествуют, все больше молодых людей оканчивают вузы и в Латвии, и за пределами Латвии. А в целом вот современная система образования, она способствует более широкому взгляду на себя, на мир, на свою профессию. Ну и в конце концов, я думаю, Латвия и победит COVID, и примет закон о партнерстве, и ликвидирует массовое безгражданство. Но то вот, есть ты в этом плане оптимист? Если COVID, да, это все зависит от Бога и вакцины.
то вот эти два вопроса о партнерских отношениях, и тут решение близко, там уже, вот, там уже было совсем близко при этом голосовании. То есть, и тем более, когда сторонником, ну, фактически сторонником партнерских отношений выступает сам Папа Римский и Ватикан, тут, мне кажется, ревнителей вот этого древнего благочестия, ну, как-то надо, опять же, обратить внимание и проанализировать свои установки. Неужели либеральные ценности начнут в Латвии брать вверх? Как-то не очень верится, Абик, вот этот некоторый рост влияния традиции связан не с чем иным, как с триумфальным шествием либерализма. Ну, если под либерализмом понимать по широкому фронту глобализация, стирание границ, Что это, как не большее разнообразие жизни, что людей, которые привыкли к такому простому жизни, к простой жизни, простым представлениям, общению в тесном замкнутом кругу, ну, естественно, это их пугает. И отсюда вот упование на доброе старое. Я не хочу сказать, что от доброго старого надо отказываться, наоборот, его надо ценить, культивировать. Но понимать вот, и принимать вот эту неизбежную сложность мира и понимать, что стоит, может быть, поработать над собой, причем в любом возрасте, чтобы ты сам, твое устройство, твои инструменты восприятия были адекватны вот этому сложному миру. Ну и, кстати говоря, вот эта ситуация пандемии, вот уж чему-чему способствует, так это самообразованию. Не успели это обсудить, это замечательная тема, но поскольку уже никуда не поехать, есть возможность и Латвию посмотреть, и вообще... И по Латвии поездить. Да. Ну, и понять, рамках, что мы ничего не знаем. Да, и посмотреть любой курс практически там по Ютьюбу, где угодно, заочно закончить любой университет. Ну, это уже слишком. Это реально. И вот это вот новый удаленный формат показывает, что это становится мейнстримом. Это правда. Игорь Ватолин у нас был в студии. Большое спасибо. До свидания.